Всем доброго времени суток, друзья. С вами Илюха. И хочу вам показать один очень интересный бой на Ла-5 с мотором М82F, случившийся на недавнем стриме. Если кому интересно, сам стрим можете посмотреть в разделе подсказки. Сейчас вот в правом верхнем углу будет отметочка. Но для начала маленькое пояснение, чтобы было понятней. Дело в том, что и Майка вел тут бой за линией фронта на вражеской территории. Я шел к нему навстречу, но внезапно словлю дальнюю шестерку. С этого и начнется видео. Дрон Фир в это время был на нашем аэродроме и летел пока к нам, но он был еще достаточно далеко. Ссылочку на канал Ямайки и Дрон Фира я размещу в описании к видео. Можете также зайти и подписаться, там очень много интересных роликов по авиасимуляторам. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самому бою. Гоняется. Ну я пока ее не наблюдаю еще. Слева или справа, блин? Mm. Сзади, Илья, сзади. Пока не вижу. Я подпикерну сейчас сам. Подойду к острову. Да чуть никого. А, подожди. Вот мимо меня прошел. Сейчас на 6 мне будет заходить. Мессер. Да-да-да. Вдалеке. У меня мессер на 6, я сейчас над островом. Хотите, я вам приведу его. Высота низкая. Нахрен нам нужен. Где он там? Да? Тут от своих нас научился. Понял. Так, ты к реке подходишь? Да, 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 к реке я уже тут, на белой лавке. Ну, низко тут. Ты через реку переходишь? Да, да, оно включил, оно включил. Вон он бросил меня. Он вижу, бросил. Вижу. Все, вижу. Я пойду сейчас к нему, к этому мессеру. Хотя он не давай, совсем, не совсем. Давай, я тоже буду на него. Бросил он тебя, бросил. Я тоже сейчас буду его атаковать. Давай вдвоем его сейчас разберем побыстрее. Давай. Мне, правда, на лавке сложно будет крутить. Ну, разберемся. Он вот где огни сейчас пикирует, да? Подожди, он на 6 кому-то заходит? Только я захожу. А, ты все понял. Давай, работай. Ты его хрен догоню, у меня еще крыло пробито. А я догоню. Нет, догоню. Пробил. Угу. Давай, пока чисто у тебя все работает. Так, если что, дублировать? Да, конечно, что ты спрашиваешь? Ну я понял, сейчас, но еще, я еще только подхожу. Так, там еще сверху два контакта, вот куда он тянет. Я вижу. Один наш, один аэрокробера, он на нее заходит. А второй сверху падает худыш, по-моему, на тебя. Да, худыш, я им сейчас буду заниматься. Леха, сейчас на тебя 6-6-6, посмотри. Да, вроде видно. Да вот я стреляю, сейчас. Да, сейчас. Все, я все, его все. Пугнул. Смотри, он сейчас таки за тобой таки пойдет сейчас. Хорошо. А я просто на лавке пробил. Давай, пробил. Но мне главное не виражил, чтобы он это. А он сейчас сдохнет. Я его убил я его, все. Так, еще 6-6, смотри, за яком рядом совсем. Разворачиваемся. Так, это ты с белым дымом, да? Да. Люк, примерно где вы? Сейчас скажу. 0926 центр, нули. Так, Леха. Так, с белым дымом возвращается. Все. А, это мессер, это же мессер с белым дымом, да? Опа, у меня 6, блин, юпер на театр. Я в противоход от тебя. Сейчас буду пропускать. Вижу. Все. Вижу. За ним я. Все, вижу. Да он не пошел что-то со мной. Они уже боятся этих лавок. Хотя умный человек знает, что лавки FN-ки с белым камуфляжем в игре еще пока нет. Так, он пошел. А, это ты с белым дымом, да? Блять, не я, Илюха, 3 раза тебе сказал. Мессер летает с белым дымом. Все, понял. Да, он уже не летает. Так, пробил. Я тоже его пробил. Ну или вдвоем, короче, там, неважно.
Так, я, значит, разбил. Так, ну ладно, хрен с ним. Все, я буду отходить, а то у меня движок что-то подкипятился маленько. Опа, у меня еще 6. А, еще мессер, да, у меня на 6. Вот оно включаю. Вижу. Сейчас вижу. Потянусь за ним. У тебя еще сейчас один. Блин, ладно, бросаю, все, отбой. Надо. Ваш. Нули. Ну там 500 метров. Так, сверху ладно. Над тобой фока, сейчас раз... или мессер, или фока. Падает, падение. Вижу, кажется. Сейчас попробую. На 9, что-то далеко она. Я отхожу. Пошел я за линию фронта, тут делать нефиг. 0,26 центр. Леха, отходи, я отошел немножко в сторонку. Я тебя не вижу просто, чтобы за тобой почекать. Лёха, оно у тебя горит. О, подожди, у меня за мной опять 6-6 дальние. Сейчас включаю форсаж и с анохами лечу. Дрон, смотри. Я в 0,9,26 сектор 6. С анохами на нулях лечу. Ты выключил только сейчас. А, выключил. Да. У меня на 6 мессер. Я как бы это, блин, у меня просто движок перегрел. Я вижу, все. Так, куда дать, влево или вправо? А то меня сейчас догонит. Все, понял, иду, так, добро. А то у меня сейчас движок уже крякнет. Хотя он не догоняет меня. Масло не догоняет. Слушай, что-нибудь делай, мы не стреляем. Все, я понял. Все, сейчас буду пропускать его. О, давай его. Ты дай его там, ну чпокал. Спасибо. А теперь курсом 270 идите. Так, сейчас подожди. У меня 2 мессера на 6. Все, понял. Блин, мне еще движок надо студить. Так, Леха, ты оно включай-то. Блин, он за... Решил... перед смертью. Да, он за мной, кстати, летит. Я бы это. Да, он тут дымит весь. Да, но ребята, у меня. Помогите, сейчас помогите. Подожди. Мы тут снимаем тоже свои шесты. Оба, крылом бинт не сломал, обрывком крыла, представляешь? Все, понял. Давай, это 6-6-6-6 за мной или за тобой, вот по мне работает. Люх, я без. А нет, да, он промазал. Ломанным крылом сломал мне винт. Сок отлип. Понял. Добрый. Так, Леха, где ты? И Майка. Подхожу к вам с запада. За мной две фоки. 0,927 центр. Ты где? Квадрат можешь сказать примерно? Так вот уже рядом с вами на запад посмотри, на 270. Я развернулся в синюю сторону, включая оно сразу. Включил. Две фоки надо мной, смотри. Вижу. Так, заходит. Так, блин. А, это один мессер, одно. Так, 6-6-6 заходит. 300 метров на 6. Промазал. Сейчас попробую по ней отработать. Я анохи выключаю. Вырубай. Так, еще вторая над тобой. Один сгорел. Это мессер за тобой идет. На 6. У меня сейчас движок уже скоро сдохнет просто. У меня перегрев. Так, идет. Я на 6 у мессера. Ну, если что, попугай сейчас его хотя бы. Я не попугаю. Давай попугаю. Его вот так вот развернуть. Вправо, да, чуть-чуть? Да. Все, достаточно. У меня снарядов просто мало очень. Держусь. Блин, у меня крыло ж пробитое, оно крутит, капец. Ну что ты? Пробил, все, готов, все, готов, бросай, готов. Бросай. Бросил, уходим, все. Так, вроде наши подошли. Давай, совки открывая форсаж, вырубая нафиг. Сейчас у меня движок уже крякнет это. Что, уходим отсюда. А, это. Подожди. Фу, блин. Хо-хо-хо. Так, еще там кто-то сзади. За мной 6-6-6 опять, блин, и за тобой. Подожди, это свои, по-моему. Это лавочка. Лавочка, все, добрый. Внимательно смотри, красный нос. Я все понял. Лавка. Все понял. Я хоть движок остудил. А там еще дальняя 6 какой-то. Тут у меня пиздец. Все, уходим. У меня. Да, надо садиться это. Одни ребра от крыла остались. Накал борьбы. Ну не, это надо запилить видос. Тут такой бой эпичный, красивый получился. Там еще мясо таки идет. Подойдет. Это ты сзади меня сейчас? Да. Близко, вплотно, нет? Вот, проскочил под тобой, да. Ну, я вижу тебя, это якорь зеленый у тебя, да? Все понял. Да. Ух, эпично, эпичненько.